Здравствуйте. Поддержки Яндекс. Меня зовут Игорь, чем могу помочь? Здравствуйте, Игорь. А подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Смотрите, вот где-то за свою историю работы я раз в шестой покупаю смену. И знаете, вот что хотел спросить. Вот каждый раз, вот сегодня я вышел на линию, мне пришло 7 заказов, они приходили очень быстро, просто бам-бам-бам, короче, один за одним. Вот только я покупаю смену, это системно, я прям заметил. Вот я уже сколько на линии, 20 с чем-то минут, как купил смену, и ни одного заказа не приходит. А какой-то, что ли, с приоритета выключает, что ли, да? То есть, ну, то есть, как, скорее всего, как только ты покупаешь смену, Яндекс перестает тебе раздавать заказы с такой скоростью, как он делал это. Мне такое впечатление, что, знаете, дабы сэкономить, дабы мы не перекатали, знаете, за смену, а вот эти 1310 рублей, нет? Нет, это так не работает. А почему не вот шестой раз я заказываю, каждый раз, смотрите, чтобы накатать смену, мне заказы сыпят, как из рога изобилия, в туалет не сходить, если не вышел. Только я покупаю смену, тут же до свидания, работы нет. Нет, это не зависит. Распределение заказов занимается система. Она делает это автоматически. Ну, система, значит, прописана таким образом, что как только ты покупаешь смену, я так подразумеваю, скорее всего, какой-то включается алгоритм, который тебя выбрасывает из приоритета, короче, и ты, короче, ждешь, ну, то, что тебе достанется. Я 100% говорю. Я уже просто этот, как он называется, провожу эксперимент. Вот посмотрите, я купил смену в 16:15, я стою в центре Питера. Вот. 11 часов 38, то есть 22 минуты мне не приходят заказы. О, аллилуйя, пришел. Нифига прикол, блин. Причем в эту же... У вас имеются еще какие-либо вопросы? Да нет, вот хотел этот вопрос задать. Может быть, вы напишите такое, что водители подозревают вот такой элемент. Потому что одно дело раз... Потому что, знаете, когда эта система начинает происходить, ты начинаешь, ну, подозревать, короче, какой-то, ну, странности, как бы, какие-то, понимаете, да? Вон мой пассажир. Хорошо, я сейчас зафиксирую ваше обращение. Если вопросов больше не имеется, всего доброго, до свидания. До свидания.